8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Сегодня мы расскажем о том, как получить 500 тысяч рублей и большое человеческое спасибо в придачу. И это очень выгодно. Начинаем, поехали. Жители Карачаево-Черкесии на все свои рубли покупают доллары. А симпатичный курс валют в Московском индустриальном банке. Сегодня в субботу доллар и евро приглашают на валютное наслаждение по адресу проспект Ленина, 71. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Этим ноябрьским утром поздравление летит в Карачаевск. Ляля Аскеровна Эбзеева поздравляет с 80-летним юбилеем Зарему Ахматовну Бачаеву, заведующую аспирантурой Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Кстати, наша именинница – единственная представительница от Карачаево-Черкесии. От комитета советских женщин участвовала в съезде, который проходил в США в штате Айова, где провела открытый урок на английском языке «Уголок Большой России. Горный край родной». В юбилей Зареме Бачаевой хочется пожелать, конечно, крепкого вам здоровья, долголетия, многих успехов и отличного настроения. Руслан, вот я не знаю, окошко, конечно, далеко в нашей студии. Сейчас утро туманное или нет? Ну, я шел, было солнечное. Солнечное, да? Но сейчас оно будет туманное. Потому что для Заремы Бачаевой прозвучит ее любимый романс. Он так и называется «Утро туманное». Это когда от утра получаешь удовольствие, особенно когда оно туманное. Утро. Субтитры сделал DimaTorzok.
А сейчас мы переносимся к симпатичным собакам. Карачайский волкодав в Басханпаре очаровали защитницу кошек собак Светлану Шаганову. На этот раз она подготовила репортаж не о бездомных животных, а о тех, кто сыт и доволен жизнью. Смотрим репортаж, а потом пообсуждаем. Итак, знакомьтесь, Басханпаре. Карачаевский волкодав, гроза волков. Собака с железным характером. Чужих сразу чувствует. Этот мощный, бесстрашный пес может столкнуться в схватке с волком или медведем. Но при всем при этом эти великаны миролюбивы и преданы своему хозяину. И не зря порода волкодав. У него все же есть волчьи повадки. Из-под лобья смотрят, побаиваются чужих. Ну как попасть? Не побаиваются, а опасаются. Недоверчивость вот такое есть у них. Хоть и клыкастый и грозный взгляд, но карачаевский волкодав совсем не агрессивный. К гостям большие собачки уже привыкли, почти не лают и позируют на камеру. В питомнике Казбека Магулаева 32 взрослых волкодава. Кстати, у них, как и у волков, также есть вожак. Здесь главный барбос. Вожаком становится самый сильный и харизматичный. Собаки сами завоевывают этот титул. Барбос в вольере не один. К нему приехала подружка из Учкикена. Они сразу нашли общий собачий язык. Барбос уже славится своими наследниками. Щенки хоть и маленькие, но уже несут службу. Держат нос по ветру. Очень любопытные, им все интересно. Понюхивают телекамеру и недоумевают, что за одноглазый зверь мясом совсем не пахнет. Щенкам сразу после рождения обрезают уши и хвост, но встречаются щенки и без хвоста. Им сразу дают кличку Чубур, Куцый. И еще одна редкость – глаза разного цвета. Это уже эксклюзивный пес. В генах этих собак уже заложены уникальные бойцовские качества. Они непобедимы, как и Хабиб. Невероятно сильны и обладают приемами борьбы. Один на один медведь он, естественно, не возьмет, но отвлечет, по крайней мере, внимание. Как было вот в Учкулане с волкодав, где действительно спас жизнь своему хозяину. Почему Казбек Магулаев полюбил именно эту породу собак? Детство Казбека прошло в Тиберде. В урочище Аккая-Чубю помогал взрослым пасти овец. Отары были большие, по 1500 овец. И именно волкодавы, собаки-пограничники, защищали от хищников. А они были частыми гостями. Часто видел, как наши волкодавы там и с волком встречались, ну, схватки были с барсуками, с рысью, с дикими собаками. Были одичавшие там охотничьи собаки, были одичавшие овчарки. Они еще хуже, чем волк, и умнее волка, ну, справлялись со своей работой. Овцеводство без этих собак – это, ну, немыслимо, потому что это, грубо говоря, это если у государства пограничники – охраняют территорию государства. У чабанов это именно как раз волкодавы и есть пограничники, которые охраняют территорию. Специально этих собак не тренируют. Они рождаются готовыми бойцами. Басханпаре очень умен. С волком выйдет один на один. Но если появится возле отары чужой человек, на него не набросится, а слегка спугнет. С человека, у которого заниженное IQ, ну никак не сделает профессора и гения. То же самое у собак. Если у них по генам нету задатков, ну, какие бы тренировки, какие бы воспитательные работы не проводились, в том и заключается селекция. То есть заниматься именно по генам, отбирать, отбор вести именно по генам. Вот. А по генам уже передаются те или иные там рабочие качества собаки. Но сил волкодаву дают не только гены, но и хорошее питание. Большая собака любит поесть. Вот эти носики уже чувствуют запах вкусной еды. На завтрак каша, на ужин мясное блюдо. В день одна собака съедает 4 литра каши и 2 килограмма мяса. А собачек 32, плюс щенки. Накладно. Но любовь к этим милым и преданным животным превыше всего. В отличие от многих других пород собак, они не агрессивные. Они, значит, более так привязаны к своему хозяину. За хозяином они и в огонь, и в воду.
В семье Магулаевых подрастает достойная смена. Сын Алан помогает отцу выгуливать пока щенков. Взрослую собаку сложно удержать. Сутки напролет Казбек Магулаев занимается любимым делом. Ради этого он оставил работу пристава и полностью посвятил свою жизнь разведению карачаевского волкодава. Ведь ни одно хозяйство ни десятки лет назад, ни сейчас не справится без достойного охранника. И только волкодав способен защитить и отары овец, и своего хозяина. И поэтому Казбек Магулаев провел многолетнюю работу, чтобы зарегистрировать новую породу. Внушительные габариты, величественная внешность, решительный характер, гордый взгляд, преданный друг. И все это Басхан Пари. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Свет, вот скажи, пожалуйста, вот такие сытые, довольные собаки, им действительно хорошо живется? Да, им действительно хорошо живется. У них просторные вольеры, где всегда чистота и порядок. У них стабильно, как в санатории. Утром завтрак, на ужин у них, ну как ужин. Вот, потому что этих собак кормят два раза в день. А вот это правда, что если очень хорошо так продать, такие собаки очень дорого стоят, что чеченцы покупали такую собачку за 500 тысяч рублей. Вы понимаете, за 500 тысяч это... 15 годовалых бычков. Ну, я хочу сказать, что собака с хорошей родословной, наверное, и будет столько стоить, да. Но, может быть, чеченцы покупали такую собаку за 500 тысяч рублей. Вот. Но я хочу сказать, что щенки тоже не такие уж и дешевые. Ну, мы продолжаем наше чудесное утро. Сейчас хорошее настроение мы отправляем в Зеленчукский район. Там, в станице Кордоникской, живет Хаким Айтекович Шидаков. И у него день рождения. Юбилей. 65 лет исполнилось имениннику. И в этом возрасте у него начинается вторая волна молодости. А если к его 70-летию увеличат еще и пенсионный возраст, то Хаким Айтекович будет вечно молодым. Жизнерадостного юбиляра поздравляют семья Лайпановых из Нового Карачая, семья Ижаевых из Джемерика. И эта песня «Хаким Айтекович» звучит только для вас. Азаплықлы ташларын апына, Азлы барат қарамайын ызына. Барат, қарамайын ізіна. Баралыға
Таким мы сделали это бодрое, полезное утро. До новых волнующих встреч. Хорошего вам настроения. Пока-пока.